Она жила 2500 лет назад. Ледяной саван сохранил мумию женщины с загадочными татуировками. Вероятно, рисунки наносили с верой в их магическую силу. Фантастический олень. В древних мифах он вестник богов, посредник между небом и землей. Пусть и для нас он будет проводником между высоким и низким, поскольку всем нам свойственно заблуждаться в добре и зле, особенно если кто-то намеренно путает нас. Кто сгущает краски на палитре такой природы? Зачем? Друг мой, приглашаю тебя увидеть чудо. Рерих назвал его жемчужиной Азии. Из письма, впрочем, это не важно, потому что красота горного Алтая способна заворожить любого путешественника. Легко понять, почему люди, живущие здесь из поколения в поколение много веков, обожествляют эту природу и одухотворяют все в ней. Вот наш Алтай – это храм. Святилище, это все, это наше, вот это чуя течет, вот. Гатунь, все реки, все горы, все это все живое. Это мы с ними разговариваем, это наши, их духи нас охраняют. Признаться, и нашей съемочной группе захотелось поговорить с добрыми духами алтайской природы. Пусть хоть они услышат нас, в отличие от людей, чью веру использовали, спекулируя на всем святом. Этим надежным способом кто-то корысти ради обманывает доверие. С древности и поныне верят там, где не могут знать. Жизнь, как и эти наскальные рисунки, она загадка. И эту загадку разгадать мы только пытаемся. Ну вот наши традиции, я считаю, очень такие мудрые. Мы пытаемся их сохранить, довести еще, чтобы наши дети ее продолжили. Народ без истории, как ребенок без родителей. И поэтому мы с вами должны знать свою родную историю, обычаи, традиции, мировоззрение наших предков, о чем они думали, как жили. При древних и мудрых напевах Тапшура, под рокот и скорбь его струн, я думаю, вспоминая весь долгий путь моего многострадального народа. О, Алтай, мой Алтай, великий и вечный, и испокон веку, со времен легендарных, стерегущих золото грифов, изначальных предков племен Теле и Тюкюр, ты, Алтай, был нам оплотом суровой, но прекрасной родиной нашей. Под рыбских курганов невнятная речь. Как постичь мне тебя, как потомкам сберечь? Пазырык. Почему культура названа пазырыкской? Урочище Пазырык. И почему это место, это урочище названо Пазырык? Как можно перевести на русский язык? Пазырык – это значит предавить. Насыпь-то была огромная, каменная. Там ровно были несколько накатов. Пазырыкой придавили.
И поэтому это урочище было названо именно Базарах. Потому что там находились так называемые царские курганы, огромные курганы. Но, к сожалению, эти курганы были разграблены в первом или втором или третьем веках нашей эры. Слухи о золоте вековечных курганов передавались из поколения в поколение и множили число охотников за сокровищами далеких предков. Не только прошлое, будущее отбрасывает свои тени. Они так смешались, сомкнулись сегодня на Алтае, что в сумерках не сразу разберешь, закат это или рассвет. Светлое завтра для населения Республики Алтай, треть которого составляют коренные жители, дай-то Бог. А пока доходы республиканского бюджета на 84% за счет дотаций. По официальной статистике, 37% населения не имеет прожиточного минимума. В очереди на одно рабочее место до 5 человек. Люди устали от безработицы, нередкость отчаяния. Уйти от реальности, забыться – это, конечно, не выход, но сил на трезвую жизнь хватает далеко не всем. А так привидеться может, быль, небыль. Золотой век Алтая, стерегущие золото грифы, в прошлом это или в грядущем, до нашей эры, в раннежелезном веке или в нашем, очень железном. Не за горами на пороге большой бизнес – туристский и горный. Что и кого ждет? Не просто на Алтае и с богатым историко-культурным наследием. В связи с его охраной немало вопросов. Главное, по словам академика Молодина, непонятно, что охранять. Нет археологической карты. Она составлена только по УКОКу. И мне хотелось бы, чтобы у вас сложилось правильное понимание, скажем, тех работ, археологических работ, которые проводятся у нас в Горном Алтае. Какие мнения будут у вас? Кто желает? Я думаю, что археологи правильно делают, что копают. Ведь нам, алтайцам, тоже надо знать свои культуры, обычаи, традиции. Но не надо все курганы копать. Ну, достаточно же, ведь один курган выкопать и узнать все, что там есть. Мы же тоже будем ходить по этой земле. И будем, эти курганы будут уже развалены, и по ней будем ходить. А когда будут они, в целом, мы будем их чтить и помнить, что там наши предки лежат и хранятся там. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь, разработали такой проект, в котором можно было после раскопок, после изучения, то есть вот этих вот мумий, вот этих могил, можно было уже на Алтае, не где-нибудь там в Новосибирске, в Москве, за границей, чтобы можно было на Алтае хранить вот эти вот мумии, чтобы они сохранялись. И чтобы они были на Алтае, не где-нибудь, а на Алтае. У нас ведь... В нашем проекте «Пазырык» мы так и хотели сделать. И более того, японцы, с которыми мы вместе работали, хотели построить сразу павильон за свой собственный счет в Горно-Алтайске, где и разместить все то, что мы в одном из этих курганов найдем. Мы уже и курган приготовили, уже и экспедицию туда забросили. Но появились противники этого проекта. И настроили местных жителей выступить с инициативой как бы снизу, от народа. Эти люди приехали в деревню Кулада, провели там сход. И люди сказали, нет, нам это не нужно, особенно с японцами. Вот мы с ними когда-то воевали в 1905 году. Я серьезно говорю. Вот, зачем же мы будем здесь с ними как бы и работать? То есть и тогда мы вынуждены просто были уйти все на УКОК. Горный Алтай, плато УКОК. Высота около 2500 метров. Днем жара, мороз ночью. Когда мы полетели на УКОК, это было очень отдаленное, малоизвестное, труднодоступное место.
Это место использовалось населением как зимнее пастбище. И местные были даже удивлены, когда увидели, что мы начинаем копать курганы. Они о них просто не подозревали, что здесь вообще находятся древние погребения. У Кок вообще место очень суровое, жить там очень тяжело. Постоянные заморозки, постоянный холод. Вот мы провели там много летних сезонов, это очень тяжелый труд. То есть археологи вообще всем представляются почему-то с кисточкой. Все так трогательно рассказывают, как сидит археолог с кисточкой, что-то там расчищает, что просто прошибает слеза. Но если бы они знали, что до того, как дело доходит до кисточки, проходит недели, иногда и месяцы просто каторжного труда ежедневного. Только терпение, только вот желание что-то найти, бешеное трудолюбие может помочь вот в таких раскопках. Это действительно довольно большое испытание для тех, кто не привык к такой жизни. И Укок, может быть, потому так долго и не исследовался, что это не лучшее место для раскопок. Это очень некомфортное место. В то лето 93-го в составе отряда новосибирских археологов под руководством Натальи Полосмак работали исследователи из США, Германии, Японии и Швейцарии. Когда открывается замерзшая могила, это просто неоценимый вклад вообще в науку и в то, чтобы исследовать древность во всех ее аспектах. Археология в основном имеет дело с вещами нетленными, то есть камень, железо. И только замерзшие могилы дают то, что представляет культура во всем ее объеме. Можно понять настроение разноязычной группы участников раскопок. И потому, что замерзшие могилы – редкость, и потому, что захоронение непотревоженное. Это был лед, заполнивший могилу, он требовал не раскопок, естественно, а совсем другой методики. Вещи, находящиеся во льду, это были замерзшие вещи. Это были вещи, которые мы доставали буквально из воды, мокрые. И это было счастье, что они были мокрые, потому что это была единственная возможность их сохранить. Они переносились тут же, точно в такую же среду, и постепенно высушивались уже специальными методами нашими реставраторами, которые вложили огромный труд, чтобы эти вещи сейчас были такими, какими мы их видим, и какими они были во времена жизни самих пазырыкцев. Две трети любой культуры составляют предметы и вещи из недолговечных материалов. Время безжалостно к ним. Дерево, кожа, шерсть, даже простые изделия из них через 100 лет – сокровища. А здесь все и через 1000 лет. На глубине около 3 метров находилась большая лиственничная колода, внутри которой во льду сохранилось мумифицированное тело женщины. Оно сохранилось не очень хорошо. Например, не сохранилась голова, это был уже, по сути, череп. Плохо сохранились другие части тела. Вероятно, она долго хранилась до захоронения. Дело в том, что пазырыкцы хоронили умерших не тогда, когда они умирали, а только в определенные сезоны, в переходные сезоны, то есть весна, осень. И когда начинаешь рассказывать, тебе никто не верит. Да нет, там даже когда нас правительство Алтая попросило выставить ее, была выставка в музее Востока в Москве, мы это сделали, пришел Валерий Иванович Чептынов, очень уважаемый человек, тогда глава республики, посмотрел на нее, говорит, ну конечно, еще бы, горячей водой ее поливали, так, конечно же, лицо не сохранилось. То, что его не было, так это же не докажешь теперь. Ну, хотя доказать-то можно, потому что достаточно посмотреть там видеоматериалы, там фотографии. Но ведь миф-то говорит о чем? Что красавица лежала-то. Красавица. Открыли лед, а там красавица. А начали поливать горячей водой. Ну, все, исчезло, все. Что самым удивительным нам показалось вот при первом взгляде на нее? Кто бы мог подумать вообще, что пазырыкские женщины могли носить такие высокие головные уборы парики, что они вообще носили парики. Эта традиция как-то не вписывается ни в климат Алтая, ни вообще в образ жизни кочевников. Но тем не менее это так. И вот эта реальность, она оказалась более фантастической, чем можно было предполагать.
Давайте в историю углубимся. У нас же Базырых, у нас такая культура. А почему мы не можем шить наш, ну, костюм от Базырыха? Почему мы не можем это сделать? Сделали. Благодаря нашим мастерам Айтаны, девочкам, которые шьют прекрасно. В то же время Владимир Михайлович Маносов постоянно нас консультировал именно по базырыхской культуре. И нам даже рисовал он эскизы этих костюмов. По его эскизам мы шили вот всю эту коллекцию, можно сказать. Сначала была принцесса Уко, потом еще одна, мы ее назвали, ну, базырыхская принцесса. И я рисую эти эскизы по материалам Курганов. Книги Натальи Полосмак «Всаднику Укока». Книга, наверное, вышла малым тиражом. Вот многие спрашивают. Очень много детей интересуются именно базырыхской культурой. Ведь их, видимо, привлекает эта красота этих изделий, персонажи какие. Мастерство безвестных художников. «Извините, — сказали мы принцессе, приглашая на съемку, — нет у нас царской колесницы для вашего высочества». Чудесная девушка Лена не обиделась. Настоящая принцесса. Ее костюм не копия, а стилизация оригинала, который вдохновил мастеров центра Энчи. Энчи в переводе с алтайского – наследие. Каждый народ так по-своему же рисует это все. И приукрашивает, и уже у нас в народе говорят, что это наша Очи-Бала. Очи-Бала – легендарная дева-воительница, героиня алтайского эпоса. Очи-Бала – принцесса Укока и алтайская, княжна Кадын. Сколько имен появилось у женщины, похороненной более 2000 лет назад на плато Укок? Большие народные праздники, например, Элаин, не проходят без участия девушки, наряженной в пазырыкский костюм, сшитый по рисункам художников-реставраторов. Легенды и мифы – обычные спутники археологии, особенно, когда в находках мумии. Но вымысел и заведомый обман – это две большие разницы. Врать, конечно, нехорошо, врать опасно и грешно. Круг девятый адский ждет того, кто очень врет. В божественной комедии ужасней нет трагедии, чем грех, обман, доверие. И думаю, и верю я, что Данте без сомнения обманщиков доверия навечно бросил мучиться у черта в пасти зубчатой. Никогда не было никаких дурных предзнаменований во время раскопок и перед началом их, ни землетрясения, ни грозы, ни грома. Никогда не ломались отрядные машины, отвозившие имущество в Новосибирск. И, кстати, никогда не было в отряде водителей алтайцев, которые якобы предвещали беду во время раскопок. Никогда мумию не поливали кипятком. Не мумию, а лед оттаивали теплой водой. Список у Антона получился внушительный, хватило бы на весь фильм. Цитируем. «Не был Укок священным для алтайцев. Таким его стали называть после открытия там мумий. Никогда не был на Укоке известный археолог Руденко, который в конце 40-х годов впервые обнаружил мумии в пазырыкских курганах. Не рассыпались в прах его ценные находки. Они хранятся в Эрмитаже. Не показывали пресловутую мумию на выставках по всему миру. За границей она побывала однажды в Корее. Не разбогатели от этого ученые, а вот средства на реставрацию и на исследования, проведенные, пожалуй, впервые в мире в таком широком диапазоне наук, потрачены немалые». И так далее, и тому подобное. На славу поработали с населением марионеточные СМИ, не упустила своего и желтая пресса.
Простые люди, в основном сельские жители, регион сельскохозяйственный, думали вроде бы сами, не подозревая, что за них уже подумали. А эта вот женщина, тем более азиатка, ее нельзя открыто держать и всем глазеть, и на этом деньги зарабатывать. Мне денег не жалко, но эту женщину жалко. Всему есть своя мера. Ну, посмотрели, ну, показали. Но надо этого человека, но когда-то все равно человеком она была. И мы тоже будем когда-то уже, бывшие люди будем. И вот надо ее вернуть на свою землю и похоронить, как положено. Я против мавзолея, против над этим почти глумлением, над этим делом. Надо ее, как раньше похоронили, надо хоронить. Все. Человек должен быть, покоиться. Это покойник. Ледяная линза хранила мумию, погребенной 25 веков. За эту вечность через горный Алтай прошли многие народы. Во всем современном мире людям интересно и важно знать, где когда-то в древности была их прародина. Нам и нашим потомкам ученые открыли новую возможность для этого знания. Настаивая на том, чтобы мумия исчезла навсегда, кто-то вольно или невольно лишает других попытки найти свои исторические корни. Высоко в горах Алтая на плато Укок в 1995 году отряд новосибирских археологов, возглавляемый опытным исследователем древности Вячеславом Молодиным, открыл замерзшее погребение, благодаря которому мы с вами можем вернуться в очень далекое прошлое и познакомиться с молодым человеком, жившим примерно 2500 лет назад. Похоже на зависть экстремалам своего времени, да и нашего тоже, у него роскошная искусно выполненная татуировка. Фантастический олень с клювом грифона и рогами козерога. Такое вот мифическое существо, лихо перекинутое через плечо. Поражает мастерство художника, тем более, что татуировка наносилась накалыванием без предварительной разметки. На Алтае мужчины в ту древнюю пору рубах не носили, а надевали шубу на голое тело. Из овчины с отделкой из меха соболя, с кожаными аппликациями, кисточками из конского волоса. Фалда мехового фрака служила и седлом, и подстилкой. Представьте себе, мы получаем настоящую одежду, возраст которой 2500 лет назад. Не пуговицы от одежды, а потом по пуговицам, значит, реконструкции, а настоящую одежду. Мы получаем весь комплекс предметов из дерева. И ярчайшие предметы, каждый из таких предметов, это эрмитажные, бесценные предметы из дерева. В одном комплексе их десятки. Я вот вам как профессионал говорю. Если найти такой предмет за полевой сезон, это считается огромной удачей. Очень часто этого просто не бывает. А здесь их десятки в одном комплексе. Поэтому после Укока, вот вы знаете, мне было первый год, после этого очень трудно работать. И я просто своему другу сказал, я не смогу больше работать в археологии. Потому что то, что я испытал и увидел, больше не повторится ни на чем другом. Это были эмоции, но они были вот такие. И это профессионал, привыкший работать много, увлеченно, успешно. Если у него, закаленного спартанской жизнью, были такие чувства, можно представить, какие уникальные научные открытия сделаны на Укоке. Они потрясли весь мир, который увидел в них свое отражение. В пазырыкской культуре еще что очень важно, что в курганах этой культуры сохраняется очень многое, что этой культуре самой не принадлежит, но принадлежит другим культурам, в которых это не сохранилось. Они своего рода стали копилкой того, что было в древнем мире, но в силу разных обстоятельств не могло там дожить до наших дней. И вот мы находим переднеазиатские ткани, китайский шелк, мы находим кориандр, который выращивали тоже где-то в Средней Азии, но ни в коем случае, конечно, не на Алтае. То есть Алтай получается таким зеркалом в мир. Мы смотрим через Алтай на всю эпоху в целом и находим очень многое интересного не только для него конкретно, но и для всего древнего мира, вот синхронного существованию пазырыкцев.
Это целая история жизни на самом деле. Жизни, вот, которая проходила на Укоке, на этих зимних пастбищах. То есть для нас это сейчас место такое живое. Мы населили его людьми, о которых много знаем. То есть мы сделали такую историческую какую-то картинку для этого места, именно благодаря вот нашим раскопкам. Одними из первых лауреатов государственной премии нового образца стали академик Вячеслав Иванович Молодин и доктор исторических наук Наталья Викторовна Полосьмак. Высокая награда вручена ученым за открытие и исследование уникальных комплексов пазырыкской культуры на территории Горного Алтая. Мораторий, объявленный правительством Республики Алтай, не позволил ученым продолжить свою работу. Что-то не успели сами, чему-то предстояло открыться. Если бы... Никаких «если». Укок недоступен, а замерзшие могилы воображения ученых дополняют мозаику древности недостающими фрагментами. Однако самое богатое воображение не заменяет доказательств. Где их искать? По соседству с Укоком, северо-запад Монголии. Условия, по сути, те же. Отношение к археологам лучше, кажется, и желать нечего. В лето 2006-го за раскопки в монгольском Горном Алтае взялась международная экспедиция в составе ученых из России, Германии и Монголии. Этому лету предшествовали два других, своего рода разведочных. Определить, есть мерзлота в курганах или нет, до начала раскопок помог новый метод, разработанный академиком Эповым. Союз археологов с геофизиками дал точные координаты поиска. Один из многих примеров Содружества наук. Уникальная возможность работы в рамках Сибирского отделения Российской академии наук, в рамках нашего академгородка, вот, где все мы друг друга знаем, где все мы живо интересуемся, как у наших химиков что нового, что у наших физиков нового и так далее, мы можем организовать такой комплекс исследований. Для начала взяли два объекта. Вера в успех опиралась на доказанную перспективность раскопок. Самый большой курган на перевале Улан-Даба. Я возлагал на него очень большие надежды. Он был самый большой и, мне казалось, наиболее перспективный. И к тому же это было ближе всего к Укоку, каких-то 5 километров. Линзу мерзлоты нашли, как и предсказывали геофизики. Но вскоре выяснилось, что под ней скальное основание. То есть могилы нет. У нас ушло почти половина времени на все это, потому что он был очень трудоемкий. Там валуны, которые можно вдвоем только поднять. Еще высота. 2600. Это тоже очень тяжело, но в высокогорье физически работать тяжело. Второй курган, он был по величине как бы на втором месте. Но когда мы дошли до сруба, мы тоже поняли, что есть мерзлота, низ был проморожен весь. Но, к сожалению, вот камера была ограблена в древности почти полностью. И там, конечно, были и деревянные предметы, и была одежда, потому что фрагменты всего этого мы нашли. Но, конечно же, все были разочарованы. Но, правда, что было очень важно, все-таки мы взяли сразу анализы и на микробиологию, на генетику, получили прекрасные образцы дерева. То есть вот те задачи, которые я перед собой ставил, они были уже выполнены даже на этом объекте. Вот, но у нас оставалось еще примерно треть времени. Мы там уже, дело двигалось к концу. Берем маленький, за два дня стало ясно, что это
в более позднее время гунны пристроили свой поминальник в пазырыкскую цепочку, они так иногда делали. И кроме ритуального горшка мы там больше ничего не нашли. Взялись за последний объект с минимальной, по данным геофизиков, мерзлотой, с минимальной надеждой на успех. И все-таки везет тем, кто везет. Не просто удача, открытие ожидало ученых. Вышли на деревянный сруб отличной сохранности. Ребята, а роговой такой же, как у нас на Кокжине? Да. Абсолютно. Парень с Кокжина. Парень с Кокжина, точно. Не трогал. Верх Кокжин 2, курган 1. Драгоценная находка на Укоке 11 лет назад. На нее так похожа новая, монгольская. Я сейчас тоже залезу. Марина, что там блестит? Ой, я вижу уже, это прекрасно, Вячеслав Иванович. А? Вы видите, делает? Я иду сейчас. Орешка. Иду. Лошадку. Ну, это да, олень или лошадка. Ты смотри, как без ажиотажа. Что ты кричишь-то там? Ну, что ты, лошадок не видела, что ли? Ну? Знаете, ну вот фольга, смотрите, с них похоже с сырой, да? Наверное. И вот смотрите. Да, там даже кусок этого волка. Пластический этот самый. У нас кто, волк? Сюжет. Это или какие-то похоже, да. Сработки. И как? И, Саша, хорошая плесень вон на блюде. Что-то облегает. Стрелы есть. Да, стрелы. Вот, бляшка от пояса. Там есть и деревянные, есть костяные. Есть, ага. Поразительно совершенно, да? Ну, крашеные, видишь, вот часть рукояти крашеная, черный цвет. Костяной клинышек, все ну, как это классика, да? Классика. Ну, поздняя, ребята. Очень поздняя. Ну, слушайте, хорошая сохранность. Замечательно. А дерево вообще? Мы, конечно, были счастливы, потому что таких явлений ну, в археологии не так уж много. Можно сказать, очень мало. Удача сопутствует всех наших ребят. Скорее всего. А потом к нам приехал президент Монголии. Его очень тепло встречали. Там собрались жители. И он говорит, вы знаете, с нами сейчас находится самый старый аксакал, которому 2500 лет. Не верится, что отсюда до Укока всего-то 5 километров. Показалось, здесь не страна другая, а цивилизация. Хотя нет, разница в простом. Здесь по-другому сообщают новости о таких археологических находках. И никому не приходит в голову обвинять археологов в природных стихиях и социальных кризисах. Всероссийский съезд археологов можно назвать эпохальным, поскольку предыдущий проходил почти 100 лет назад. Примета нашего времени – растущая тревога ученых за судьбу культурного наследия. Доклады, дискуссии по широкому спектру фундаментальных тем и насущных задач своей науки. Коснулись и алтайского прецедента. Вот сейчас
так сказать, это вопрос, который, так сказать, абсолютно он политизированный, придуманный, так сказать, это некая такая театральная постановка, которую, ну, вот, оказалось, можно вот, разыграть, чтобы отстаивать свои интересы. Археология – это наука, которая дает представление о древних культурах, и мы не можем разделить вот это археологическое пространство Евразии, поделить его на регионы. Это мировое наследие, это российское наследие, и понятно, что мы должны сделать все, чтобы, так сказать, выключить вот наши древности из вот этих национальных споров. Алтайский народ, небольшой по численности, с особым уважением относится к своим национальным традициям, культуре, обычаям и очень любит свою малую родину. И в данном случае те, кто выражает вот эти добрые чувства, ну, народ, так сказать, простой, правильно говорит все, но эти же чувства используются людьми, которые от этого народа уже давно ушли. Это функционеры, это партийные функционеры. Поэтому идет спекуляция на этих добрых чувствах. Значит, если мы откликнемся на их призывы, то на что мы откликаемся? На добрые ли чувства или играем в их игру? Вот в чем беда. Понимаете? У них нет других, так сказать, вариантов обратить других в свою веру, кроме как использовать эти добрые чувства. Но это делается с недобрыми намерениями. Одной из, с моей точки зрения, вот главных проблем является дальнейшее изучение пазырыкских комплексов на территории Горного Алтая. Потому что через 5-6 лет они погибнут. Они погибнут в результате вот, глобального потепления. Это небольшие линзы льда. Они растают, и естественно, что вся органика, все предметы из ткани, дерево, кожа, они, конечно, исчезнут. И исчезнут уже навсегда. Не вернуть тех, кто ушел в мир иной. Ты, наверное, встречал их там, высоко, олень небесный. Правда ли там, высоко, живы те, о ком помнят? А может быть, через тысячи лет оживет душа забытая, безвестная, если узнать, чья она была.